оборудование способно на молекулярном уровне отследить изменения в организме человека и обнаружить посторонние инфекции. Но изначально лабораторию создавали под работу с болезнями, передающимися через биологические жидкости, а не воздушно-капельным путем. В центр пробы доставляют из медицинских организаций по месту жительства, куда желающие проверить свое здоровье без выраженных симптомов гриппа и ОРВИ могут обратиться с просьбой пройти тест. Члены семьи, там, это здоровые лица, изъявившие желание обследоваться. Здоровое лицо, могу прийти в поликлинику, сказать, хочу, да. Что ли? Да, то есть вы можете обратиться по месту жительства поликлиники и обследоваться. А также это медицинские работники, которые контактировали, но которые не имеют признаков инфекции. В общей сложности модернизированная лаборатория способна проводить 100 анализов на коронавирус в день. Работа с каждой пробой занимает порядка 6 часов. По словам сотрудников лаборатории, исследования на коронавирус требуют еще и большой физической выносливости, поскольку работать приходится в противочумных костюмах, а также в специальных очках, респираторах, перчатках и обуви. Спецодежда тяжелая, в ней быстро потеешь. В целях безопасности дорогостоящие костюмы меняют каждые 3 часа. Затем ее вместе с реактивами и остатками биоматериала отправляют на утилизацию. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.